Всем доброе утро, ребят. У нас сегодня 17 октября. Время 9:40. Даня уже в садике. И я сейчас еду на подготовку к операции. Да, дубль 2, как говорится. У меня сегодня полный день, так скажем, все забито. Так вот получилось, что в тот раз я была полностью собрана. У меня было все подготовлено, в общем, все было просто идеально. В этот же раз у меня как-то не совсем все готово. Ну как, все, что мне там, да, вот в принципе так готовиться. Но мне хочется для вас оставить видео. Мне хочется, чтобы дома было там наготовлено, чтобы все было суперски, уйти со спокойной душой. Мне хочется себя подготовить также, да, там, чтобы, так скажем, выглядеть нормально, ну, как бы сходить вовремя на ваксинг, сходить ногти, но все как-то падает на последний день, этот день сегодня, так как операция у меня уже завтра. Итак, сначала я еду убирать два вот этих ногтя, так нужно для операции. Два моих ногтя готовы, они теперь выглядят вот так вот, второй выглядит точно так же. Длина, все осталось, в общем, убрали только, ой, я не пристегнута, убрали только цвет, чтобы они были, интересно, я вот там выйду, блин. Убрали, в общем, только чтобы они были прозрачные, чтобы видно было мой цвет натуральный ногтей. Это типа, если вдруг а-ля посинею на операции. Ну, как бы, когда не хватает человеку кислорода, то ногти меняют цвет тоже. Поэтому, да. И, блин, я еду, и я понятия не имею, выйду я здесь или нет. Да, выйду, все нормально. Вот, и сейчас я еду в больницу. У меня там назначено сдавать кровь, проходить все анализы, чтобы мне уже дали конкретное добро на операцию. Так что да, ну давай уже проезжай. Я отсюда теперь не выйду. А вот и выехала. Так. Вот что я не люблю, так это возле больниц парковаться. Здесь никогда нету парковки. Никогда. Оф, может где-то вот тут подальше припарковаться, чтобы денежку еще сэкономить и не платить за парковку. Но шиш с маслом. Здесь свободной парковки нет. А я припарковалась, это было достаточно сложно, я вам скажу. Стою я далеко, но бесплатно. Так что сейчас тут через парк пройдусь, и я в больнице, в принципе. Я, кстати, ребята, определилась. Сейчас пойду, отправлю новый компьютер назад. Короче, все-таки мой старый мне нравится намного больше. Я этот протестировала, попробовала и нет. Его назад. Air — это не мое. Сейчас забежала в магазин, взяла себе булочку, ложка и вот такой вот салатик уже готовый продавался. И купила для Дани термо. Штаны такие темно-синего цвета, прикольные, теплые, как раз вот сейчас, чтобы носить в садик, будет супер. Встретилась там с мамой, с бабой, зашли в магазин, я здесь взяла для Тюли кое-что, потом нашла вот такую вот, ну как, ручку писать на ткани, Даню в садик подписывать, и жалюзи такого серого цвета. А это как тесёмка, косёмка, кто она там? Вот, и смотрю диванчики.
что тут вообще имеется. Честно, вот нету такого, чтобы прям вот глаз так упал. Глаз упал. Ну, нету такого вот мебели, чтобы прям сказать, вау, класс. Ну, там вообще ничего интересного нету. Кто, стенка? Не, прикольные штучки. Почем? Видишь, не доберусь никак. 100. 60. 60 евро. Я же говорю, евро 60. 60. О, смотри, Левушка. Я бы у себя бы картину поменяла бы в нашей спальне, чтобы быть свершим. Ой, вон та вот красивая. Ой, смотри, мам, Пау Патроли. Данька бы обрадовался. Песок. Вот это красивое. Смотри, вот здесь красивые. Оно прям такое выпуклое в 3D. Вот это вот тоже красиво. Мне вот это нравится. Прикольно. Вот это тоже офигенное. С этими листьями. Прям классное. Стоит она 45 евро. Мы, кстати, в магазине Poco. Poco Domene. Domene. Иду тебе. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. So much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. Ходила я на ваксинг, ободрали меня как курочку, вот, и чё, сейчас время уже 4 часа, через час мне забирать Даню, чё делать, домой ехать смысла нету, ну, наверное, либо сейчас зайду к маме, если она уже дома, либо заберу его пораньше. Что такое? Куда? Нет, это не тебе. Купила вот такой вот цветочек. Он не настоящий, но мне он так понравился. Он выглядит хорошо. И взяла еще вот такого вот бегемотика. Хочу в ванне там заменить, потому что те, которые у меня в ванне стоят, их кто-то сожрал, хотя они и искусственные. Васек. И уже вот целится, он целится. Вот, видите, то, что у меня здесь в углу стоят, они уже
Вот Бася их тут пообглодал, ну и они уже старые. Что, на, понюхай. Они не настоящие. Я надеюсь, он их не будет жрать. Ну и вот, что у нас получилось теперь. Мне кажется, так намного симпатичнее, потому что это было уже, ну, как бы некрасиво. Так что да. И они не пропадут. То, что они не настоящие, но выглядят они очень хорошо. Зато я буду точно знать, что они не пропадут. Ну, если, конечно, их не сожрет кое-кто. Чего у тебя там корм рассыпан опять? Что я беру с собой в чемодан? Во-первых, у меня здесь документы мои. Все по поводу операции, мои там анализы. В общем, все такое. Дальше, книга. Никак ее не дочитаю. Хочу ее в больнице добить, по крайней мере, постараться. Компрессионные чулки у меня. Я не знаю, надо их брать с собой или нет. Но на всякий случай положила. Они много места не занимают. Моя косметичка, в которой находятся там шампуни, душ-гели. Сухой шампунь я с собой взяла. Зубная щетка, зубная паста. Крем для лица, крем для рук. Ну, в общем... Резинки, заколки для волос. Не знаю, чем я там буду пользоваться. Здесь у меня обувь, в которой я там буду ходить. Шлепки. Там у меня в пакете полотенце. Большое и маленькое. Так, ну, нижнее белье, носки. И здесь у меня штаны, футболки. Одна кофточка с длинным рукавом. В общем, чемоданчик маленький, беру только самое необходимое, и то не знаю, насколько я там это все буду пользоваться. Так что да. Мама. Даня спит. В общем, в принципе, по-моему, все уже спят, время без 15:11. Я накупалась, или меня заплела мне вот такие вот две косички. Я надеюсь, что завтра утром они тоже будут выглядеть нормально. И я хочу, в принципе, с ними пойти на прямо вот так вот на операцию. И думаю, что это будет достаточно удобно. Надеюсь, что не заставят меня расплести из-за вот этих вот таких вот, видите, маленькие резиночки. И вот, кстати, когда лесенкой подстрижены волосы, видите, вот так вот вылазит некрасиво. Ну, в общем, посмотрим, как это будет завтра. У меня там стоит уже чемодан, вещи на завтра. Спать я буду сегодня, не знаю, либо здесь на диване в зале, либо у Эли в комнате, потому что Эли спит с Даней у меня в комнате. Так как мне очень рано вставать, ну, очень рано, я надеюсь, что я их утром не разбужу. Они еще поспят, когда я уйду пару часиков перед тем, как вставать в садик. Ну вот, я тут, кстати, монтирую бложек. Я надеюсь, что завтра никаких не будет там каруселей, как в тот раз. В общем, надеюсь, что все пройдет хорошо. Меня не отменят, не выкинут, ничего со мной такого наподобие не сделают. У меня, если честно, вот знаете, прям... В тот раз у меня был настрой, я была подготовлена, я была прям готова от и до, и морально, и физически. В этот раз вроде я собралась физически, вроде все супер, но вот как-то морально в этот раз немножко по-другому. В тот раз я вообще не нервничала, я не переживала. А сегодня вот я сейчас сижу, а у меня какое-то такое вот непонятное какое-то ощущение. Ну, в общем, как-то так. Вот. Ну, все. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Всем спасибо. Всем до следующего раза. Пока-пока.